Раз-два, раз-два. Вроде нормально звук идет. Здравствуйте, здравствуйте. Ввиду событий некоторых, которые складываются у нас на финансовом рынке, я, если честно, в шоке, что там вообще происходит. Но я это впервые вижу, чтобы морковка стоила 100 рублей. Я честно признаюсь, даже 150. Килограмм морковки обычной. Морковки. Вот меня как бы это очень сильно настораживает. То, что у нас происходит вообще с финансами, да. Потому что это основная сфера. Вообще все, что у нас происходит в стране, это, я не знаю, это за гранью понимания, если честно. Я не понимаю, что вообще творится. Ковид, цены, там, я не знаю, какие-то, может... Ладно, сейчас я посмотрю. Так, я вообще хотел посмотреть на Путина. Уже час ночи, но мне почему-то все равно хочется просмотреть. Мне карты показывают, что какая-то неопределенность будет во власти июль-август. Я не знаю, как правильно задать картам вопрос, чтобы просмотреть. То ли нужно на власть саму гадать, то ли на Путина, то ли на экономику. Давайте все-таки попробуем погадать на власть. Вот она, власть. Казенное учреждение, иногда показывает медицинское учреждение, но сейчас это у нас власть, власть России, то есть это у нас, как лучше назвать-то, парламент, власть, дума, как назвать-то? Ладно, я не буду изощряться. Это власть. Власть России. Карты, скажите, пожалуйста, что у нас будет во власти до конца лета. Я не помню, задавал я этот вопрос или нет, но сейчас почему-то вот меня просто тянет погадать на власть. Вот что будет у нас во власти? Я долго не буду, потому что уже поздно. Власть, вот именно власть, власть. Что будет у нас во власти этим летом? Вот власть. Какая? Ну, карта семьи вообще выпадает. Я не понимаю. Сплочение, власть, власть. Семья, власть. Что-то какой-то круг определенный. А что будет с этим кругом? Дорога, какие-то изменения будут пытаться провести, возможно, мягкие изменения, но что-то пойдет не так, что-то пойдет не так. Власть, изменения, что-то семья, семья. Это карта семьи, то же самое, что и туз червы, но туз червы это у нас как дом идет, а вот это у нас карта семьи. Любовные разговоры, восьмерка, девятая, девятка это у нас влюбленность, любовь, десятка это у нас, ой, сейчас семья должна быть, они будут пытаться провести мягкое что-то, вот мягкие изменения будут, но у них здесь ступор, от кого идет ступор, дама, король какой-то, король еще, тут люди идут. Будут пытаться, скорее всего, что-то с властью, может, передать ее каким-то образом, сохранить власть. Разговоры об этом идут. Деньги, уверенность есть, но пойдет что-то не так, не по плану. Они как семья сейчас, но как будто вот что-то там, люди какие-то есть, которые против, я так понимаю. Тут много людей выпадает. Два короля, дама, там не один человек, даже не 10 человек, даже не 20 человек, это много людей. Вот сейчас мы посмотрим власть. Власть как семья, передача власти, они уверены, а что-то пойдет не так. Это лето, август, август, сентябрь. Август, сентябрь, еще тепло, теплые карты. Тепло,
Ну, как будто уже конец идет, лето. Конец. Десять любовь. Ну, десять это любовь, да, с одной стороны. С другой стороны, это оно как семья считается. Это какая-то такая, как ячейка. Семья. Десять. Так, ладно, по событиям. События. Что у нас будет во власти? Интересно. Так, ну ладно, давайте туз сначала посмотрим. Туз. Меня более всего настораживает, что цены сейчас поднимаются, а доллар остается на одном месте. А мне вот почему-то идет такое ощущение, что вот доллар как-то поддерживают искусственно. Но это у меня такое ощущение. Я не знаю. Его поддерживают, но рано или поздно он все равно ведь выпрямится. А долго поддерживать-то его нельзя на одном уровне. Тем более цены, они говорят все ну, сами за себя говорят. Ладно. Туз получается у нас. Это... Здесь идет все в печали. Печаль, 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 власть, печаль, власть, печаль. У печали кто-то, печаль, печали, независимость, дорога, дорога, любовные хлопоты. Здесь какие-то перемены, и они над ними задумались, причем так основательно задумались. Основательно, они уже думают. Перемены, 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 перемены. Более ничего не могу. Перемены связаны с каким-то печальным событием. Далее. Что у нас может быть? А я еще раз говорю, я просматриваю просто-напросто ситуацию. Я не говорю, что это именно так будет. Это вот на данный момент просматриваю ситуацию. Здесь задумались на переменах. Вот на переменах у них что-то вот застопорилось. И они пытаются каким-то образом вот дальше идти. Я не знаю, как это сказать. Много фигурных карт. Они, может, определиться не могут, что-то там во власти с людьми какими-то. Кого куда поставить? Туз получается у нас король. Странно как-то. Тут неразбериха какая-то. Знакомство идет и с мужчиной, и с женщиной. Да вообще тут что-то какой-то раздрай полный. Какие-то разговоры, разговоры, все одни разговоры. Мужчины, женщины. Не пойми что, не пойми кто. Такое ощущение, будто одеяло тянут в разные стороны. Причем здесь много людей. Это не один, не два, не три, не 10, не 20 человек. Это может, не знаю, 30, 40, 25, там, не знаю, это больше 20. У меня такое ощущение. Далее, что еще может быть? Пока я конца вот этого не вижу. Вот это какое-то печальное известие, возможно, будет скоро. И что-то будут пытаться сделать. Пытаться, у них попытки вот эти вот не удастся. Что-то не удастся. Какая-то дама выпадает. Валет. Получается, идет отдых. Идет отдых и напрасные волнения какие-то. Волнения напрасны. Фигурных карт очень много выпадает. Там очень много людей. Вот я еще раз говорю, здесь неясная ситуация. Вот она выпала, неясная ситуация. Абсолютно неясная. Но скоро будет какое-то печальное известие. Возможно, скоро. Печальное известие. И ввиду этого что-то будут пытаться сделать. А какие перемены будут вообще? Вот во власти какие перемены будут? Mm.
власти, вот это вот у нас беды от родственников. То есть вот это как семья у нас идет, допустим, вот как семья, мир, семья, безоблачность, счастье идет. Ну, все равно карта семейная выпадает. А вот здесь идут проблемы с родственниками. Распри какие-то будут, возможно. Перемены, все равно как перемены. Ой, тут перемены идут. Ой, тут перемена на перемене, если честно. Вот у меня, по крайней мере, по картам так показывается. Пока стабильно. Пока стабильно. Но у меня такое ощущение, будто это очень скоро будет. Беседа с родственниками и одновременно потом будет беды какие-то от этих родственников. Они как родственники сейчас, а потом будут не родственники. В общем, как-то так. Сейчас уже ночь, я тихо говорю. А у меня такое ощущение, что это будет, ну, реально, июль-август. Июль даже возможно. А вот июль конкретно во власти, вот что там будет во власти, вот вверху там, вот в июле. Это какой-то король выпадает. Какой-то король выпадает. Июль. Сейчас. Так, а король получается... Поддержка от короля и пьянка. Странно. Поддержка от короля, пьянка. Король. А что с королем будет? Еще одна карта. Сердце. Сердце и как будто вот что-то в районе горла. Что-то у меня такое горло, подбородок. Так, валет у нас сорви голова, можно сказать. Но это хлопоты. Это какие-то темные хлопоты, возможно, темные дела. Почему-то я вот на короля смотрю, темные дела, разговоры о работе. И одновременно туз падает. Туз – это неприятность, ударная карта, и одновременно там идут сердечные карты. Как-то так. Я ничего не хочу сказать. Да, не очень хорошо будет ему. Сердце. Сердце почему-то вот в районе как-то вот горло что-то. Вот. Я не знаю. Я так чувствую. И у нас будут проблемы с деньгами. Вот так я и думал. Подумал о нас, выпали деньги и девятка пик. Ну... Перемены будут. Я, конечно, понимаю, да, что это просто гадание, да, вот, ну, как бы просмотр ситуации. Да, будет, да, не будет. Это 50-50, так сказать, просто гадание, я ничего не могу сказать. Но карты мне почему-то настойчиво показывают, что перемены, они рядом, вот, реально рядом. Шестерки выпадают, там у конкретного человека проблемы со здоровьем идут, причем достаточно такие серьезные. Почему-то постоянно сердце выпадает. Сердце вот оно зажато. Даже вот здесь карты показывают. Десятка, дама, червы, сердце. Просто даже не вдаваясь в трактовку карт. Или финансы выпадают одновременно с этим. Как-то так. Да я знаю, что хлопоты будут, перемены хлопотные будут, это однозначно.
Я больше не хочу, если честно, не просматривать ничего. Но будем надеяться на лучшее. Вот так вот. Спасибо вам, карты, конечно, спасибо, но хорошего мало они показали. Показали мало хорошего. Вот как-то так. Спасибо большое всем, кто смотрит, кто не смотрит. Может, кто знает меня. Король какой-то маячит у нас на горизонте. Но король долго не задержится. Не задержится. Не полюбит короля. Я так понимаю. Ладно, все, больше не буду ничего говорить. Как будет, так и будет. Перемены выпадают июль-август. Это практически все сферы жизни. Я не знаю, будет это или нет. Но, по крайней мере, я смотрел на санкции. Санкции ввели. Причем, может, пустяковые санкции, я не знаю. Мне показали карты санкции. Недовольный король иностранец. Вот как-то так. Беседа Байдена с Путиным ни к чему не привела, как я и говорил, ни к чему не привела. Будем смотреть. Случится, случится, не случится, значит хорошо. Ну, будем надеяться на лучшее. Все, спасибо, до свидания.